Сегодня пришли на праздник, День Украины. Были на концерте. Сейчас Винница будет выступать, приехал концерт. Но мы пошли немножко пройтись, потому что ноги болят стоять на одном месте. Ну, смотрите, я еще здесь не гуляла. Девочки, девочки, куда идем? А Гриша с Максимом куда пошел? Как же ты вписалась до этого ежака? Зими. Видите, сколько людей уже пришли на праздник. Все подтягивается, подтягивается. Катя. Боже, не надо, мне зима. Поздно, Катя. Все там водички напьют, там водичка є, фонтанчик. Они пошли на рыбки смотреть. Да. Вот смотрите. Когда-то здесь гуляла. Но сейчас все поменялось. Что? Церквушку сниму. А, она уже попала в ключи. Идем в парк, который, говорят, очень красивый. Что, я тримал просто, если вы не собирали. Так, на центре, там листочек на дорозі. Меня тетя Лида сопровождает. Видите, какой листочек. Вот этот кафе, который стоит. Я здесь когда-то работала. Но сейчас оно очень красивое. Ага. Катя! А куда Максим пошел? Ну там с дедушкой по мостиках ходят. Рыбки смотрят. Ну я бы хотела его там снять. Ну я поняла, вон туда они пошли. Лида. Не туда. А где дед? Туда. Воду надо прийти, прийти. Мне что-то кажется, что... Идем. Оно вон, оно. Видите, как красиво. Как будто новый тростянец. Красота. Вон туда с ними две красивые фонтанчики. Ну и где Максим? Вот где? Лида, где Максим? Вот идет Максим с дедушкой. Они пошли вперед. Мы их нашли. Ой, смотри. Максимка. Максимка, привет. Ну, пускай все пломбирую на неделю. Но строительство еще идет. Ну да. Почему? Ух ты! Ну, тут
И вот туда не пускают? В понедельник поедем. Куда? Заради этого? Нет ли? Ты чё? Смотри, какой месяц красивый. Сними его. Далее. Пошли, Максимка. Я не знаю, как его.